Очищуся Тебе, Господи. Освящение воды в этот день проводится дважды. Первый чин совершается в сочельник, вечером перед самим крещением. Второй – непосредственно в сам праздник. Совершать омовение в святой день желают многие, ведь, согласно евангельской истории, в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. Правда, не все после освящения воды были готовы в нее окунуться. Самые смелые в итоге остались довольны. Очень хорошо, очень. Конечно, сперва, когда идем, мы думаем, надо ли это или не надо, но когда уже подходишь, и море такое, штиль, конечно, это вообще очень хорошо. Так сразу мозги на место становятся. С этой же целью вот уже 7 лет подряд окунается в воду на крещение и Евгений Коленко. Он приехал в Сочи недавно и впервые окунается в море. Говорит, делает это не столько из-за веры в магическое действие воды, сколько ради изменения себя самого. Самое главное, это действительно, вот как батюшка говорил, это менять свой образ жизни, читаться от своей греховности. Ну, а как это, как старая добрая традиция, конечно, мы привыкли, честно сказать, не в море, когда вот там плюс 10, плюс 12, а именно когда минус 20 в проруби, как полагается. Ну, слава богу, и здесь надо и так попробовать. Желание попробовать хоть раз пройти этот обряд на крещение возникает у многих. Так, однажды окунувшись в воду, Яна Тускевич сделала для себя купание традицией. Когда я первый раз начала, то я не закалялась. Я залазила вообще с температурой 40. Все прошло. Ехала домой, вообще все прошло. И все же так рисковать не стоит, ведь не всем рекомендуется лезть в холодную воду. Прежде всего это касается тех, у кого проблемы с почками, сахарный диабет, гипертония и другие хронические заболевания. В холодной воде могут случиться судороги, поэтому совершать купание необходимо в обозначенных для этого местах. Для крещенских купаний было организовано 12 традиционных площадок во всех районах города. Исключением в этом году стала Адлерская набережная, у побережья которой в конце декабря произошла авиакатастрофа, унесшая жизни людей. На разрешенных же местах, где накануне вечером и сегодня утром прошли православные обряды, были приняты все меры безопасности. На местах дежурили казаки, полицейские, спасатели и скорая помощь. Во всех районах курорта крещенские купания прошли без происшествий. Помощь никому не понадобилась. На многих площадках для быстрого согревания людям предлагали чай, сушки. В Олимпийском парке даже работала баня. В центральном районе никаких услуг не предоставляли. Те же, кто не решился в этот день искупаться в море, могли набрать святой воды в храмах. Святая вода может храниться весь год. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.